Красота. Красотулечка. О. Медвежаты. Класс. Сами кушают, сами все умеют. Ну-ка. Ну-ка, кожаный нос. Что, лапкой сразу, лапкой все проверить надо. Все проверить. Скажи, дай мне камеру, я тоже поснимать хочу. А что там, какие игры есть? А есть про Машу и медведя. Да, вот по-любому спрашивают, или игры, или мультик посмотреть. Да, по-другому никак. Сейчас все детки, как называют, сенсорные. Ну, скоро, наверное, и мишки будут сенсорные. Да, мишка, мишка, нос длинный. Ку-ку. Ку-ку. А лапки уже какие, зубки. Да. О, какой мишка маленький. Нос кожаный. Клево. Ну-ка. Вкусные яблоки. Вкусные яблоки. Птички поют, и мишки гуляют. Ну, просто сказочно. Ну, ой. Что за нос? Что за нос? О, лизнул. Все надо попробовать на вкус. Все надо на собственном опыте. Ну, друзья, небольшие манипуляции. И все. Куда ты ползешь? По сетке? Не упади. Не упади, кожаный нос. Не упади. Бэу. Спускайся. Спускайся. Ух, еще выше, под крышу вольера. Ну, удивление у меня большое. Так. Как спуститься? Воу, воу. Ага. Ку-ку. Это я здесь прячусь. Ку-ку. Лапки, носики, глазки. Класс. Друзья, маленькие детеныши. Это просто удивительно. Прикольные. Что там, яблоко? Там. Единолично, единолично. Пока кто-то в домике прячется, можно здесь яблочко пожевать, да? Аппетит хороший, яблочко вкусное. Да. Кашу не съели, зато яблоки с огромным удовольствием кушают. Ну-ка. Еще слабенькие зубки. Резцы есть, а жевательных еще нет. Поэтому так тяжело им удается все это делать. Да? Ну-ка. Ку-ку. Ешь свое яблоко. Не трогай камеру. Вечер в зоопарке, друзья. Удивительная погодка. Классно, тепло. Хорошо. Зелено вокруг. И птички еще поют. Это, друзья, очень здорово. Просто замечательно. Так, хватит приставать к камере моей.
яблочки. Играется с яблочками. Оп. Да хватит. Хватит. Да. Все. Налопался яблочек медвежонок. Давай, спускайся вниз. Да, да, да. Именно туда, вниз спускайся. Спускайся, спускайся вниз. Ну. Ух, еще даже вверх можно поползти. Вот настоящий зверь. Хищник. Ну, снимите меня, пожалуйста, да? Снимите меня сверху. Сверху хочу слезть. О! Как спуститься? Как спуститься? Вот так, по сеточке, давай. О! Вау! Вот так, друзья. Карапуз, медвежонок по сетке. О, вау. О, кто там еще вышел? Погулять, да? Ну-ка. Ты теперь наверх, да? По веткам ползает. Ну, класс. И в кашу, конечно, надо наступить. Ну, просто удивительно. Мишки. Мишки. Ну, смотрите, сколько силы. Бревно двигает лапой. Хотя маленькие еще детеныши совсем. Конечно, подросли. Но... Мяу. Мяу. Даже не знаю, какой звук произносит. Вот с Татьяной Ивановной точно говорят «мама». Мама. А так. Mm.